В 2002 году три женщины, Сайран, Вера и Галина, основали свою первую совместную швейную мастерскую «Свега». Сегодня команда шьет форму для медиков, кроме того, выполняя заказы по униформам для дорожных рабочих, полицейских, поваров и школьников. Во время пандемии, эти два тяжелых месяца, конечно, наше предприятие не сидело, а работало практически в авральном режиме, потому что с самых первых дней мы пошивали комбинезоны противочумные, халаты, костюмы противочумные, головные уборы и прочие потребности. Мы написали заявление в фонд «Дому», и государство откликнулось на это, и вот под субсидирование, и мы получили прекрасную помощь. Мы закупили оборудование, вот его можно посмотреть, причем не просто одну-две машинки, а ленточку мы получили, плюс с вышивальной машиной современной, которую еще мы не установили, увы, да, но все это будет установлено, поэтому да. Вот такая возможность, спасибо тому, что государство каким-то образом находит возможность обратить внимание на маленькие предприятия, которым необходима помощь. Качество продукции на первом месте. Сырье закупают из России. Есть стабильная клиентская база, в государственных закупках участвуют ежегодно. Товар имеет сертификацию. В коллективе на сегодня уже 7 швей. Мастерскую открыли при поддержке Фонда развития предпринимательства «Дому» еще в прошлом году. Отметим, что местные швейные производства развиваются завидными темпами. У нас их насчитывается 13. В прошлом году было создано специальное общество для поддержки начинающих швей. Этот проект реализован совместно с региональной палатой предпринимателей – Атамикен. Поддержка от государства очень хорошая идет, выделяются гранты, для начинающих тем более очень хорошие гранты выделяются, но производить это хорошо, да, мы можем, мы качественно интересные изделия можем выпускать, но еще самое немаловажное это реализация продукции, то есть повышение спроса на казахстанский товар. Качественные вещи не могут быть дешевыми. Добавьте к себестоимости импортные ткани, в итоге дорогая продукция. И здесь отечественная индустрия одежды пропускает вперед конкурентов из Китая и Кыргызстана. Но акмолинские швеи уверяют, что способны выпускать эксклюзивные модели по доступной цене. Шамал Габдуллина, Ердогуль Дадабасова, Ужан Смагулов, Шохан Талкиев, Кокше, Ахпарат.